Может, тебе заняться этим делом? Ты Ну, думаешь? я постараюсь, Как ну, раз. я постараюсь сделать все, что в моих силах, я Ну, сделаю, как бы, ну, я общаюсь с людьми, я общаюсь вот именно как раз таки, ну, там, с людьми там из Канады, из Америки, узнать, какие там у них дела. Вот и с украинцами тоже, когда они попадаются адекватные, на жаль, я вам скажу так, в украинской четверлетке, ну, тоже много людей, которые, ну, просто приходят, чтобы унизить, чтобы вот именно поругаться, поскандалить, вместо того, чтобы узнать друг да, я друга. знаю. Это я в курсе. Да, так Я что, очень хорошо это знаю. Потому что, как только я говорю, что я из России приехал, сразу ведро помоев получаю тут же. я вот именно как Ну бы, и никакое обсуждение невозможно. вот, ну, как бы моя цель вот это, в этой четрулетке набраться полезного, узнать что-то интересное, чего не вычитаешь в книгах, чего не услышишь и увидишь в средствах массовой информации, сам человек, чем он живет, какие у него воспоминания, то, что лично он знает из его личного опыта. Вот. Ну и также, если есть красивые Ну, девочки, то тоже понятно, да. с девочками тоже можно пообщаться. Ну, это интересно. Ну, понятное дело, это понятно тоже, конечно, и безусловно, это правильно. Вот, ну да, ну, в общем, как бы подытоживая это дело, можно сказать, что пока нету, как бы не видно человека, который мог бы вот так вот выступить таким мощным строителем. Да. Вот Россия в свое время, когда еще там непонятно, там то ли она называлась Россией, то ли не называлась, там по-разному, это много веков было, до Ивана Грозного. Вот был такой человек, которого можно считать, он не основывал никакую Русь тоже, потому что это неправильно сказать, она была, но она была раздробленная полностью, он был собирателем. Его звали Иван Калита. И он собрал, кстати, аналогично было в Германии, точно такой же процесс. Вся эта Германия, это искусственная страна, но все страны начинали как искусственные, они все собирались. За редким исключением, когда действительно люди вот как жили, так и там и остались. Вот. Потом это цементировалось, во что-то выражалось, и получалось через сколько-то сотен лет, ну, уже настоящая страна. А некоторые так и остались в таком виде, типа Швейцарии, когда совершенно разные народы, да, там разные языки, они нашли вариант, как жить вместе. Кстати, и Канада тоже, потому что и англоязычные, и франкофоны, вот, тоже нашли как вариант, а народы разные. Вот. То есть у каждого своя какая-то стезя, и другой ты не можешь сделать, как в другой стране, потому что у тебя народ не такой. Он отсюда, из этой земли. А там народ с другой земли, у него все по-другому. Из-за этого не получается. И вот этот Иван Калита, он, собственно говоря, собрал, а уже потом были вот эти цари, уже когда уже царь, вот это, как Иван Васильевич, великий князь, и там перечисление всех областей, которые были тогда, это уже потом. А если бы не было собрано, ни хрена бы не было никакой, но он был бы великий князь, как в Германии. Вот он ходил, этот князь, у него был его этот самый, ну как у Сервантеса, да, был, и Санчо Панса. И все, у него портки одни были, которые надо было стирать и голым сидеть, пока высохнут. И вот так же бы было, если бы не этот Иван Калита. То есть кто-то собирает. Здесь то же самое, у вас должен быть собиратель, пусть современный. Ну, как так. Мне так видится. Время покажет, и самое Вот. главное, Ну ладно, слушай, да. давай на Хорошо. это. Ну, Хорошо. Спасибо вам большое за посмотрим. диалог, да. Ладно, счастливо. Да. До свидания. Может быть, еще увидимся. Да, я думаю, да. Да, счастливо, Хорошо. счастливо. До свидания.